Зима близко, и используем всем известную фразу: этому городу нужны новые герои. Вот она, спецтехника, которая будет нас выручать в заснеженное время года. И таких красавцев 963 единицы по всему Алтайскому краю. Это и бульдозеры, автогрейдеры, тракторы, пескоразбрасыватели и многое другое. На Барнаул приходится 248 единиц техники, 26 были приобретены в этом и в том году. Не забыли и про районы края. Также сегодня покупается техника в таком же объеме. Каждому району практически досталось в этом году. Кому КДМ, кому погрузчик, кому-то, может, автогрейдера. Эта программа уже на протяжении 3 лет работает, поэтому те районы, которые заявки отправляли, их, я думаю, все удовлетворили. В борьбе со снегом не обойтись как без техники, так и без противогололедных материалов. Как сообщили в Алтай-Автодоре, на сегодняшний день заготовлено больше 41 тысячи тонн реагентов. Песок вместе с солью будут способствовать улучшению качества дороги в скользкое время. Причем планируется использовать соль не только из Бурлы, как мы привыкли, но и казахстанскую. Также применяются у нас жидкие реагенты, это соляные растворы. У нас есть соляная станция, на которой мы изготавливаем соляную смесь и КДМ, которые оборудованы другим оборудованием, они работают именно на смесях смоченных. Кроме очистки и посыпки, на дорогах планируют устанавливать снегозадерживающие заборы протяженностью более 22 километров, срезать ветки, которые могут помешать пройти технике при чистке дороги. Это позволит сделать полосу движения шире. Ну и как нам пообещали, при неблагоприятной погоде специалисты готовы будут выехать на проблемную точку очень быстро, как и работать круглосуточно. Осталось дождаться зимы и проверить технику в деле, а также обещания дорожников. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.